На завтрак или перекус можно приготовить яблочные оладьи. Они получаются сочные, ароматные и очень вкусные. Тесто готовится очень быстро, поэтому этот рецепт можно использовать, когда нужно приготовить что-то на скорую руку. Нам понадобится 0,5 кг яблок. Очищаем их от кожуры и натираем на крупной терке. Добавляем щепотку соли, 3 столовые ложки сахара и хорошо перемешиваем. Разнообразить вкус яблочных оладушек можно специями. Например, добавляем корицу или цедру апельсина. Далее добавляем 1 яйцо и соду и еще раз все хорошо перемешиваем. Теперь постепенно вводим 120 граммов муки. Муки может потребоваться немного больше или меньше, все зависит от сочности яблок. Все хорошо перемешиваем и тесто готово. Сковороду ставим на средний или чуть меньше среднего огонь. Наливаем немного подсолнечного масла и выкладываем по 1 столовой ложке теста. Слегка придавливаем сверху и по бокам, формируя аккуратные оладьи. Жарим около 3 минут с каждой стороны до образования красивой корочки. Готовые оладьи выкладываем на бумажное полотенце, а затем подаем, можно со сметаной или медом. Благодарю всех за внимание и желаю приятного аппетита!